Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт 2D. Да, вот такой Майнкрафт нас ждет сегодня. Как видите, мы являемся в каком-то мире, где у нас также бегают разные животные. Также здесь являются новые животные, которые вы раньше не видели в Майнкрафте. Ну, коробку, наверное, все видели, и также ее мясо мы сможем так громко похромкать. Да, довольно громко он это кушает мясо, и, к сожалению, одно такое мясо выполняет всего лишь, наверное, где-то третью часть одного голда. Давайте попробуем сломать цветочек. Да, цветочек сломать мне удалось, поэтому здесь все блоки ломаются. Да, тот же самый Майнкрафт, только 2D, ну и графика маленькая другая. Как видите, крафт тот же самый. Теперь давайте попробуем разложить доски на поштучно. Так, это довольно... А, все у меня получилось. И давайте сделаем палочки. Но, к сожалению, сделать больше я ничего не смогу, так как у меня нету больше никаких ресурсов. Ну, так, подождите, это дюб? Нет. Неужели? Неужели мы нашли дюб? Представьте себе, в первую минуту игры мы уже нашли дюб в игре, которую мы просто не знаем. Это незнакомая для меня игра, и в ней мы уже нашли дюб. Представьте себе, палки сохранились. Да, вот такой. Ну, просто я не знаю, как это назвать. Случайно, что мы нашли дюб. Также, если вы здесь стукнете волка, он будет нападать на вас. Давайте попробуем убить его палкой. Ой. Нет, нет, не надо, нет. Вот, все. Слава богу, мы убили его. И убили бедную корову, которая тоже так же не хотела умирать. Ну, просто он громко... Ну, просто мне нравится, как он это делает. Ну, вообще, ну, просто ошибись. Мне сразу хочется есть, да. Ну, все, наелся, ну, пойдете дальше. Что тут нас еще ждет? Ждет вас также тут приключение. К примеру, вы также можете скопать камень и под этим миром найти пещеру, да, и в которой будет много руд. Ну, наверное, много руд. Я не проверял, но пещера точно должна быть. К примеру, я уже вижу камень. Вот. И также наш Стив, как обычно в Майнкрафте, может прыгать всего лишь в один блок. Да, довольно прикольный Майнкрафт. Но все же лучше играть в обычный 3D Майнкрафт. Ну, если кто кому нравится, играйте в этот Майнкрафт. Так, смотрите, слайм. Давайте убьем его, посмотрим, что с него выпадет. О, он нас убил. Ну что ж, на этом предлагаю закончить. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.